orphan heathen in the shadows, waiting for the moon to rise. We keep running away from the morning light. Всем приветик, чатик. Как у вас делишки? То меня вчера не было. Ну и сегодня продолжаем играть в Outlast. Я думала, у нас по Outlast еще стримчика 2-3, может, осталось. Но я имею в виду вместе с DLC-шкой. Там вроде немножечко осталось, но... Но мне страшно идти дальше, поэтому... Блин, у меня вообще забавная штука получилась. И что с Outlast, что с Dark Souls. Это игры, которые я очень хотела пройти или хотя бы посмотреть, что как кого. Но сыграв в них немножко, нету особого, знаете, Outlast еще мне хочется как-то допройти. Dark Souls не сильно вообще. И как-то так... Если Ведьмак меня сильно затянул, и у меня стримы длинные были, и так далее, короче, то здесь наоборот. И мне надо, наверное, что-то такое затягивающее, короче, какую-то классную игру, потому что... Из-за того, что мне не сильно хочется в эти игры сейчас шпилить, даже так, наверное, у нас и стримы так редко, и коротенькие. Хотя, ну, хочется допройти, хочется посмотреть, что за игра, но не так, чтобы прям нету такого горения, вот как на Ори я бежала, или же как я на Hollow Knight летела. Ну, типа, на Hollow Knight я в начале еще сильно хотела, в конце мне уже поднадоело. Да, я во второй час пойду, но я сделаю перерыв, и это будет 100%. Ну, типа, небольшой какой-то. Ну, или с чем-то начну чередовать, потому что, ну, типа, у меня нету, я же говорю, такого сильного желания... Именно эту игру играть взахлёб. Во-первых, я немножко сыкунишка. Совсем малость, но это есть. Вот. Во-вторых, я боюсь темноты, а в Outlast меня заставляют ходить в темноте. Как-то так, что ли. Так, что там, я запускаю уже? Так, сразу сделаем погромче. Блин, мы же в жопе какой-то здесь, ну, начнем. Ну, как бы здесь другого места и нет. А что у нас там по заданию? Напомните мне, пожалуйста, пройдите через верхние этажи, чтобы догнать отца Мартина. Блин, вообще не шарю, где я нахожусь. Так. Ага, ну вот я как раз... Слушайте, а я, по-моему, дальше доходила, разве нет? А, нет, мы, по-моему, вчера начали здесь. Да, что-то там услышали. А вот здесь разве нет ничего такого? Ладно, короче, вот, пойдемте. Угу. Так, здесь закрыто. Ты ведь видел Вальридера? Ты начинаешь понимать, но еще не все. Даже Аврааму приходилось бросать взгляд на землю. Но скоро, скоро сюда все тайное станет явным. Что с камерой? А у меня что-то с бродкастом сломалось, и у меня камера с бродкаста сегодня не захотела подтягиваться.
я расстроилась, но подумала, уже лучше запускать стрим, чем... ну, потому что я, наверное, не увидела как-то. Короче, она косая немножко. Так, типа у тебя... О, это что у нас батарейка, правильно? Отлично, спасибо большое. Да, нифига ж не видно. Так, это у нас... Так, тут ничего нету. Там кто-то стоит. Чат, собственно говоря, а что сейчас произошло? Здесь кто-то прошелся. Блин, ничего не понимаю, где я. Я немножечко не понимаю, куда мне нужно. Ну, кроме вот как вот здесь вот, больше ж нет прохода. Стоп, а я вот здесь вот не могу полезть? Ага. Что-то в заметках появилось. Звук в сушилке. Такой же, как у меня в голове, когда я появился в Эльридах. Моргаю. Вижу помехи и что-то еще. Нечто темное и маслянистое спускается по внутренней стороне моих век. Глядит на меня своим чем. Даже представить себе не могу. Но такой же звук исходит из сушилки. Изнутри стен. И этот звук мне знаком. Ну такое. Такое, конечно. Мне этот звук не очень сильно знаком. Да и слава богу, наверное. Так, а здесь дверь есть. Отлично, здесь идет сохранение. Что за музыка началась? Я ничего не видела. Чат, вы кто-то что-то видел?
У меня просто минус батарейка в никуда. Зашибись, тип, ты меня трогать не будешь? Так, здесь есть подъем наверх. О. Так, еще одна батарейка, отлично. Так, то подъем наверх, а это походу подъем вниз. Блин, ну нам же ж наверх типа надо, по идее. Ну ладно, давайте сначала вниз глянем, что тут. По-быстрому, чисто. Может, тут не сильно страшно. Так, что за музыка? Так, ну тут если что прятаться можно, или если что, наверх побежим. Зашибись. Так, ладно, вот что-то лежит. Документы. Проект с крепком, выдержком. Объединенное управление планирования разведывательной деятельности. Документ 8 из 186 размещения. Акт разоблачения нацистских военных преступлений. Прежде всего, проект «Скрепка» позволяет воспользоваться услугами зарубежных специалистов для решения особых задач, стоящих перед армией, военно-морским флотом и воздушными силами. Проект 63 является по преимуществу программой опровержения и желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы – обезопасить работу в Соединенных Штатах для некоторых выдающихся немецких и австрийских специалистов через отрицание факта их работы на потенциального противника. Так, ну тут же вроде ничего больше нету. Я думаю, нам надо выходить отсюда. Игра предлагает идти наверх. Я думаю, не стоит отказываться, конечно. Так, мне не показалось, да, тут дырочка. Почти на месте. Можешь перейти на верхний этаж. Ага, а там нам романтику кто-то приготовил, да? Так, а сюда же нас тоже...
Ага, открывается ключом. Отлично. А где нам ключ взять? Стоп, это же я сюда не смогла пойти, правильно? Ага, и сюда я тоже не могу пройти. Зашибись. А куда я могу пройти, собственно говоря? Я сюда просто не дошла. Так. Вот что-то. Ага, вот ключ. Для жёлоба в прачечной нужны три предохранителя. Какая прелесть. Нихера не видно. Совсем чуть-чуть. Там романтика. Ошибись. Так, тише, дебилушка. Как я там пхнул? Господи. Пхнул с другой стороны надо. Это я дебилушка. Романтика, все дела. Так, ладно. Ладно, мы куда-то дошли. Это уже неплохо. Так, вот это первый предохранитель, насколько я понимаю. Как красиво. Боже, сколько батареек, спасибо тебе большое. А что нам, собственно, это ж я понимаю, насколько комната тупиковая, типа, да? Хорошо. И зачем я тогда закрывалась? Я могла лучше взять предохранитель и выйти сразу же. А так у меня получается... Все темно, и я не знаю, здесь ли он. Зашибись.
щелочка здесь есть хоть какая-то или нет? Я просто... Я немножечко не понимаю, это щелочка типа? Да нет, это, походу, не щелочка. Так, а он сюда забежит или нет? Ну, он же с этой комнаты выбегал, как минимум. А я ему даже... Да. Так, но зато мы знаем, что он здесь бегает. Там слева дверь. Я думаю, нам туда надо. Я никуда не спешу. Не понимаю, насколько далеко он налево бегает. Блин, сам факт реально мне на... Мне на втором, короче, мониторе виднее, чем на своем, на котором я играю. Так, а ну-ка. Ё-моё. Привет, друг. Делать друг. Давай так, ты меня пока что не видишь. Я не буду пока бегать, я хочу осмотреть комнату. Потому что мне кажется, что если я у него заберу, то он тоже начнет за мной гоняться.
А потом куда мне деваться? Что можно? Так, это бежит в нашу сторону, да? Блин, я из-за того, что я испугалась, я не увидела, куда он побежал. Так, а что мне дальше делать? Сюда кто-то добегать будет или нет? Я помню, что нам еще один. Я не знаю. Я две двери видела, типа. Я понимаю, но я испугалась. Я испугалась, поэтому я убежала. Да потому что мне страшно. Ну вот у меня уже дошла стадия до того, что мне типа реально страшно. Ну типа если... Стоп, а вот сюда же была дверь закрыта, по-моему. Стоп, она сейчас открыта или... Нет, она тоже сейчас закрыта. А чё? А чё она закрыта? Мне кажется, что мне тут... Ой, ну, вот сюда вот надо, но я не знаю, как туда попасть. Бля, мне сыкотно, капец. Мне кажется, я повставляю предохранитель, и на этом сегодня все закончится. Мне в первый день, как я играла, вообще страшно, ну, не было прям... Прям вот лайтово было, прям вот хорошо. А сейчас что-то прям... Очень страшно. Thank you.
ехать? Сейчас надо было идти или наоборот? Надо было сейчас идти. Сейчас он надолго убежал. А капец, мне стыкотно сегодня. Мне вот последние вот 2 или 3 стрима, вот, которые я захожу, мне капец как страшно. Я не знаю, но я боюсь. Очень добрая игра, конечно, 10 раз добрая. Когда вот такие вот бегают. Добрая, пиздец. Угу. Блять, он будет бежать или назад, или еще раз тут пробегать? Ничего не летает в стороны от меня. Они вообще никуда не летают. А в какой момент он разбил это стекло? Он типа тут вообще не будет пробегать уже. Я знаю, я сейчас только вылезу, он как раз будет бежать, и я буду в ужас сваливать. Да я думала дождаться, когда он пробежит еще раз. Давай так, он побежит в обратную сторону туда, и я пойду. Я думаю, это будет более логично. Вот когда он перепрыгнет туда, я пойду как раз туда искать. Ну, потому что идти за ним — это самоубийство. Ну, он сюда до комнаты вообще добегает или нет? Сейчас кажется, что он до комнаты не добегает. Я зря его сижу тут жду. Я жду, чтобы он сюда добежал и... О, да, добежал. И побежал обратно. Что он их спрятался в норку. Он вышел?
ничего, ждем, когда он вернется. Так, это же у нас последний предохранитель, правильно уже? Я ж те два уже вставила. Ключ дайте. Сука. А мне теперь на первый этаж нужно. Зашибись, мне ключ дали. То есть я вот это вот ходила здесь полчаса ради того, чтобы найти все предохранители, ради того, чтобы гребаный ключ упал ниже. Это шикарно просто, я считаю. Так, ну и куда нам здесь? Так, ну эта дверь закрыта для нас. Ну, у нас только одна дверь пока. Мы здесь были, по-моему. А, все отлично. Я еще сразу нашла. Вниз побежала. Это рефлекторно, да? От какого черта вниз? Ну нам же наверх надо. Ай! Ну конечно, увидела первую открытую дверь, это туда забежала. Ладно. Угу. Пол такой хороший, главное, качественный. Будет сейчас забавно, если я не смогу здесь перепрыгнуть. Ну, потому что здесь дырка больше, чем там. Я там падаю почти. И, наверное, шаг сделан так, чтобы можно было. Так.
Да-да-да, конечно, блядь, ты так за плитку зацепишься, хер ты так удержишься. Идите по кровавому следу. А я не хочу идти по кровавому следу. Не, было бы отлично, я бы обрадовалась. Ну я не хочу идти по кровавому следу. Я что, вам на притрушину какую-то похожа? Ну, но если я уже в это играю, то походу уже, да. Зашибись. Я ж надеюсь, он нас не видит. Зашибись сейчас. Если я сейчас не перепрыгну и упаду к нему, это будет прям сказка. Да свали ты отсюда, вы. Тип, уйди уже отсюда, вы. Я не хочу просто прыгать и шуметь, но типа вдруг он сам там как-то наверх сможет побежать. У меня здесь меча нету. Мы как бы мальчик тут хрупенький, хлюпенький такой. Поэтому... Фу. Так, ты там на кровати не хочешь полежать там? Давай полежим тут. Тут, по-моему, хорошо. А что там? Там, по-моему, ничего. Ладно, у нас как бы ничего такого страшного не было сейчас, чтобы я уже залазила под кровать. Бля, ну музыка нагнетает. Вот что ты сейчас нагнетаешь? Ё-моё! Ты что за хрень? Боже, я... А там был вариант не упасть? Чат, там был вариант не упасть? Провалились, вылезли обратно. Ну, отлично. Да ё-моё, господи, какая внимательная.
Мисс внимательность просто. Так, смотрим под ноги. Под ноги смотрим. Вот здесь где-то яма должна быть. Вот, обходим ее вот так вот. Все, отлично, обошли все. Третий раз падать не планируем. Стрелочка туда. Но я не хочу туда. Мне нравится, что здесь документы лежат. Мне был обещан розовый сад. Выдержка из дневника Ширли Пирс, пациентки лечебницы Маунт Мэссив с 1952 по 1964 год. Как я могу забыть, откуда взялись эти порезы? Они так болят, даже теперь, много дней спустя. Доктор Ньюхаус сказал, что я виновата сама, поскольку подсознательно сопротивляюсь гипнотерапии. Но я так хочу скорее поправиться, не знаю, как я могла сделать такое с собой. Доктор Ньюхаус говорит, что это просто иная форма моей постельной истерии. Бедный Брюс, я заставила его так страдать. Я осторожно попыталась спросить у миссис Джексон, не было ли у нее с мужем подобных трудностей, но она не выносит подобных разговоров. Ее муж тоже нашел утешение с женщиной помоложе. Я знаю, что доктора желают нам только добра. А благодаря помощи людей из правительства, которые присоединились к персоналу, я вообще нахожусь в самых лучших руках. Мне нужно просто принять таблетки и лечь спать, с надеждой, что сегодня сны окажутся приятнее. Наивная. Блин, у меня аж мурашки, если честно, по телу сейчас. Вроде ничего такого не происходит, но мне капец как страшно. Ну, тут спрятаться можно. Это еще что такое было? Я вообще дальше не хочу идти. Мне и здесь неплохо лежится. Так, стоп, мне вот туда. Это нифига ж не видно. Тут стрелочка, да? Закрылась перед тобой дверь, но нахера ты лезешь? Ну она закрылась.
все хорошо, все спокойно. Нас никто не обижает. Блин, ну вот тоже логика. Перед тобой закрывается дверь. То есть там есть кто-то, кто ее может закрыть. Зачем? Зачем ты лезешь? Зачем? Зачем ты идешь открывать эту дверь? Ну что, не так? Че? Ну, папская логика, Маша. Что сказать? Не поняла. А их что, двое было? Мужчины, мы вас не заказывали. Уходите. Чат, а в какой момент их двое было? Пол какой-то хиленький. Зашибись просто. Идеально. Давай, камера. Ух, улетай. А нельзя было просто быстро умереть и чтобы больше без возрождений просто. Чтобы на этом игра закончилась. Вот бы было эпично. А, у меня до сих пор эта хуйня. Ага. Нам, получается, за камерой надо. Чтобы ориентироваться в темноте, необходима камера. Какая прелесть. Щелочки вон. Отлично. Я... А что ты куда-то уже... Видно, душ принимает. Я не буду туда заглядывать. Так, ну нам вниз, поэтому здесь как бы без вариантов. Ну, спрыгивай уже. Так, отлично. Так, там полная темнота, значит, нам сюда.
Мне не страшно, я чисто. Сука, нахуя ты так делаешь, ты девушка? Ну за что? А, вы здесь повсюду? Я же горло заболела, я так крикнула. По-моему, вон камера блестит. Так, убегаем. Помехи с камерой, отлично. Так, мы же помним, куда нам бежать, правильно? Все, все, чат, мы в безопасности. Камера немножко разбилась. Ну так, совсем малость. А я уже больше не хочу дальше идти, если честно. Ну типа я уже хочу заканчивать стрим. Я уже сегодня нормально так обделалась. Мне достаточно. Так, а мы можем туда же попасть или же нет? Скорее всего, не можем, но попробовать же стоит. Угу. И сейчас тот, кто проходил изначально сюда, вернется. Да нет, мы тут не запрыгнем. Запрыгнем? Найдите отца Мартина в административном блоке. Отлично. Угу. Это я типа должна туда вот идти или куда, собственно говоря, но здесь вариантов как бы особо-то и нема. Так, это мы упали вниз. Чё-то, а мне здесь в наверх же нужно, правильно? Так, ты хороший или нет? Скажи только честно. Лишь один выход. Лишь один. Я надеюсь, это смерть?
How do you know you're not a patient? Откуда ты знаешь, что ты не... Что? Что ты не что? Нам, походу, сюда мы правильно пришли. Все сохранение отлично. Так, Куш, ну я побежала, мне страшно. Я побежала, я тебе говорю, побежала я. Отпусти меня, пожалуйста, дядя, отпусти меня. Я ему не понравилась, по-моему. Так, ладно. Попытка номер два. Он все равно зайдет, будет ломать двери. Мы пока посидим где-то вот здесь вот. Подождем, когда он зайдет, и побежим по прямой. Не будем мы вот это вот увиливать там по разным сторонам. Направо мы уже знаем, что мы не пойдем. Побежим прямо. Бежать собираешься или как? А где я застряла? Я бежать не могла. Походу, надо в первую дверь. Yeah.
пожалуйста, толстый ты, говнюк. Чат, скажите, пожалуйста, куда мне здесь? Мне кажется, что я во все двери позаходила, а получается, что нет. Ну, в туалете ничего нету, здесь ничего нету, значит, надо было ближе куда-то поворачивать. Там справа закрытая дверь, а слева полуоткрытая, но я туда-туда забегала, типа там ничего не было. Он там идти обратно планирует или как? Кусики. Вот что я не заметила. Я, как всегда, не заметила вентиляцию. И чат молчит. Чат, чё вы молчите? Я вентиляцию не заметила вообще-то. Чат. Чат привык. Приветики. Поворот надо было лезть. Блин, ну здесь можно почитать, но не факт, что мне сюда надо. А я здесь залезу обратно или нет? Вот здесь можно только блокнотик, я вижу, почитать. Блин, чат, подскажите, пожалуйста. Он стоит того? А то у меня камера разбилась. Я сегодня ходила уже без камеры. Я ходила на... К тому проходу?
А, к типочку вот этому ты хочешь? Нифига себе, вот это вот. Ты реально хочешь с ним пообщаться? У меня такого желания он не вызывает, если честно. Он не сильно приятно выглядит. Если мясо скинули. Блин, и что делать? Идти возвращаться за документами теми или же нет? Ну там вроде бы шкаф, мы вроде залезем обратно. Ну хрен его знает. Нам 100% сюда. Блин, можно, пожалуйста, так не делать? Колотят камеру уже. Так, ну здесь тоже точно шкаф есть. Ну да. Так, давайте так. Залезем, почитаем сверху. Вот здесь безопасно, будем читать в вентиляции. То вот это вот. Сны Билли. Ох, нихера себе сны у тебя. Так. Пациент Уильям Хоуп Синди. Приветик. Еще одна интересная беседа с Билли сегодня утром. Он утверждал, что снова беседовал с доктором Вернике о своем лечении в некоем белом месте. Меня беспокоит, что его бред становится только хуже с препаратом, что не указано в литературе по бензодиазепину. В любом случае, его мертвый друг доктор продолжает засорять ему голову немецким фольклором. Так, единственное, что может убить Вальритера, это бабочки-вампиры. Прекрасно. Извергнутые демоном по имени Харерц. Бабочки высасывают дыхание из человеческих губ и пьют кровь из сосков. Как сексуально. Они могут принимать также форму прямоходящей чахлой свиньи или больной собаки, но это не очень. Вот с чем Билли приходится иметь дело. Помнишь, ты говорила, что раньше Билли упоминал татуировки своей матери? Не было ли случайно среди них бабочек? В следующий раз, как окажусь за пределами защитной системы маяков, хочу посмотреть в сети, есть ли у всего этого настоящие корни в немецком фольклоре. Или же Билли просто навыдумывал весь этот мусор. Хорошо бы сравнить наши записи. Не помешало бы сделать это за бокалом вина. Как-то одиноко на этом втором этаже. Курт. Фига себе, мы уже записи понаходили. Так, я надеюсь, за нами нет погони там. Но... Блин, ну это ж не такая, не та дверь, которая с той стороны была, нет? Я думаю, нет. Так, ну здесь вроде. По звукам здесь небезопасно. Ну так, вроде норм. А это не то место, где головы стояли в стопочку? Не, по-моему, не то. Нет, это не может быть тем местом. Опять читать идем. Мне очень нравится. Прорыв духа. Так, перевод с немецкого. Рейхс... Рейхслейтер Лонер. Так, у меня срочные новости, касающиеся работы доктора Рудольфа Верники в области морфогенического кондиционирования, раскрывающей теории развития им в коротком, но неудачном сотрудничестве с Тюрингом.
Если бы я сам не был тому свидетелем, я бы не поверил, что такое возможно. Но даже оставляя в стороне клеточную регенерацию и направленный канцерогенез, я полагаю, что метод Вернике является прорывом в царство духа. Нечто переправилось к нам с другой стороны. Я лично наблюдал появление призрака. Оно было недолгим, но совершенно отчетливым. Пожалуйста, передайте мою заметку и приглашение пронаблюдать дальнейшие эксперименты Дитриху Экарту. Не сомневаюсь, что самого фюрера следует поставить в известность о наших открытиях. По моему убеждению, успехи доктора Вертники открывают широчайшие возможности для осуществления нашей задачи и для всего народа Германии, и являются убедительной причиной, чтобы его никоим образом не коснулась никакая программа выборов. Поклон вашим близким. Угу. Отлично. Так. Не знаю, что это за дверь, но мне она не очень симпатизирует, поэтому... А, ну у нас как бы другого... Слушайте, а мы здесь были в самом начале игры, да или нет? Скажите мне, пожалуйста. Так, а как нам отсюда выбраться? Мы же здесь точно не можем? Куда ты скачешь, дурной? Так, ну здесь вроде бы точно ничего нет. Может, ты как-то можешь там перелезть, не? Блин, а чё мы сюда спрыгнули? Ты — это он. Я должен сказать тебе, ключ к Дому Бога в театре. За светом, в театре, за светом. Посмотри фильм. Там. Так, мне вниз. Не знаю, куда мне, ну ладно. Нет, походу не вниз. Да, здесь закрыто, значит, наверх все-таки. Боже, у него такое лицо противное, просто капец. Мне кажется, или вот там вот я ходила за вот той вот дверью. Так, ну вот это похоже на комнату отдыха. Вот это уже не очень похоже на комнату отдыха. Блин, нам точно сюда надо? Блин, ну музыка здесь приятная. Но когда слышишь хорроры, приятную музыку,
Что-то не всегда хочется на нее. Так, здесь можно спрятаться. Ты меня не видишь. По-моему, это не смахивает на комнату отдыха. Интервью, записанное 27 декабря 1985 года в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Допус Хера Альфа, объект Рудольф Вернике. Пленка ничего не делали, никакого обмана. В июне 1943 года вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. Около десятка испытуемого. Душ какой ужас. Да, но на вскрытиях обнаружилось несколько ужас. Что это такое? У меня есть теория. Моя родина в те годы. Сейчас сзади кто-то нападет, но то будет прекрасно. Вам сложно понять, что мы чувствовали, во что верили, то всепоглощающее. Так, психическая ярость и английских слов недостаточно, да больше, чем надежда. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Как я сейчас, да? Так вы утверждаете, что для эксперимента... Последнее интервью Вернике. Голос снова словно принадлежит анемичному брату доктора Стрэнджлава. Дудиозаписи 25 лет на пленке интервью с доктором Вернике. Речь идет о Лос-Аламосе, что подразумевает правительственный проект. Вернике говорит о спонтанных кровотечениях, опухолях, психосоматических реакциях душевнобольных. Ходит по грани, что отделяет науку от нацистского мистицизма. Только пациенты, пережившие достаточно ужаса, оказались способны активировать кондиционирование. Морфогенетическое кондиционирование. Кондиционирование – вот фильм, который они крутят. Это поселилось у меня в голове, как навязчивая мелодия. Я моргаю и вижу тест Роршаха. Пятна похожи на роящихся насекомых и воспаленные раны. Пациенты верят, что кондиционирование позволяет заклинать Вальридера. Я слышу это жужжание в собственных когтях.
Я думаю, фильм кончился. Нам пора двигаться дальше. На коробочку стоит. Слушай, я ключа до сих пор не вижу. Я его там не пропустила случайно? Смотрите, сколько мы уже все нашли. Некротический фасцит. Руки не мешало бы мыть почаще. Некротический фасцит, серьезно, нафиг я ухожу. Угу, понятно. Какой там бред. Блин, чат, я не вижу ключа. Так, ну эта дверь закрыта. Может, мы его где-то, походу, пропустили. Ну или нам наверх. Не подергай эту дверь, потом кажется, что ее надо было подергать. Так, ладно. Мне кажется, я пропустила ключ. Там что-то блестит? Да, по-моему, так. Сейчас скажите мне, пожалуйста, я пропустила ключ, да? Может, кто-то помнит или знает. Я буду очень благодарна. На каком столе? В комнате? А, вот здесь вот, типа? А, вот! Боже, слепая. Все в порядке. Мне не страшно. Хорошо. Теперь мне где, блядь, найти, сука, вход в эту комнату? А? Я просто покричала в ответ. Давай признаем это.
Так, стоп. Я ж упала, правильно? То мне еще раз тот же самый путь проходить. А как там допрыгнуть? Он не допрыгивает. Ну, он серьезно не допрыгивает. А что я не так делаю? Чат, здесь точно можно допрыгнуть? Мне кажется, здесь нельзя допрыгнуть. Я уже не верю в это. О, отлично. Отправляйтесь в часовню. А где мне ее взять? Где найти эту часовню-то? А, стоп, и эта дверка открылась, отлично. Здесь были, по-моему, да? А куда мне идти, по-моему? Я вообще не буду куда идти надо. Я сейчас слышу, что за мной кто-то идет. Нам надо полностью назад вернуться, получается. Ой. Блин, я не хотела, я случайно батарейку сменила. Huh?
Так, а куда я здесь заходила? Я не помню, где лифт. Я настолько... Короче, я пока лазила за этой батарейкой, я уже все забыла. Они слева или справа были? Там же закрытые двери вроде были. А. Так. А нам не сюда. Нет, нам не сюда. Господи, куда нам? Так, Настя, что ты паникуешь? Все же хорошо. Просто нагнетающая музыка. Так. Все в порядке, честно, все хорошо. Я просто паникую и иду не туда, куда надо. Спасибо, мне кто-то дверь закрыл. Дошли туда, куда надо. А, нет, мы не туда пришли. Мы пришли куда надо. Да-да, 10-12 прям пришли. Боже, где здесь выход? Можно мне подсказать, пожалуйста? А, вот. Thank you.
Ребят, что с вами? Просто объясните мне, пожалуйста. Так, здесь точно ключа нет, а то я невнимательно смотрю. Так. Уже почему эти двери все открываются? Мне от этого тоже страшно. Я не понимаю. Вот сейчас вроде бы вообще ничего не происходит, но я не понимаю, почему мне сейчас страшно. Ребята просто стоят вечернюю молитву. А, нам в окно, да? Это конец игры, правильно? Нет. Нет, он не падает. Ладно, хорошо. Я думала, мы просто выкинемся в окно, и на этом все кончится. Нам сюда, что ли? Я не хочу сюда. Можно я дальше пойду? Ну, заходи. Уже не могу, походу. Чат, я сейчас отойду, походу. Не смотри на меня так. И ты не смотри на меня. Готов ли я? Конечно. Еще мир. И ты воссоединишься с Вальридером. Ага. Господи, почему так страшно? Что происходит? Я не понимаю. Моя работа. Лишь ты должен выжить, чтобы рассказать им. Это будет... Это твоим предпоследним деянием в роли свидетеля. Пророки испокон веков обещали свободу от смерти. И вот она настала. Ты узришь и опишешь мою смерть, мое возрождение. И тогда мы оба освободимся. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправил лифт. Он отвезет тебя к свободе. Все мы будем свободны. Итак, сын мой. Нам сейчас ничего не сделают, точно? Все будет в порядке, пока мы тут стоим, смотрим. Страсти отца Мартина. Не могу поверить, что отец Мартин переплюнул самого Иисуса в игре, чья смерть будет паршивей. Не думаю, что буду скучать по нему. Путь наружу. Если он не брал, теперь я знаю, как отсюда выбраться. Я вообще теперь много чего знаю. Он хотел, чтобы я продолжил его проповедь. Да, легко. Меня услышит весь мир. Да-да, конечно. Так, чат, мы уходим или мы еще можем посмотреть? Или на нас эти все с писюнами нападать будут? А. Понятно. А как нам отсюда выбраться? Добрый вечер, блин. Обманули чат.
нас обманули. Дяди с пацанами нас не выпускают. Или пока, ну, типа, пока он не сгорит, нас не выпустят. Ну, давайте посмотрим, я не знаю, что делать еще. Я не сильно желаю идти дергать дверь к этим вот, вот этим вот. Они меня всю игру хотят. Я их не хочу. Я лучше в огне тут задохнусь. Так вот, к ним идти? Вот это выход? Да это плохой выход. Я лучше вот туда вот во вход пойду. Они за мной все как вон бегают. А, серьезно? Хрена себе, мужики, вы даете. Так, я думаю, нам... Нам же не сюда, правильно? Где тут лифт? Расскажите мне, пожалуйста. Так. А мы не можем, да, к лифту никак? Сюда. Хорошо, через окно, что ли, опять? Знают. Я им не верю. Слушай, я им не верю. А, вот, я не увидела, боже. Опять моя внимательность через этот... Господи. Мужик, что ты от нас хочешь? Так, а сохранение было? Расслабилась, что нас никто не трогает. А я откуда знаю, куда нам надо было? Нам вот сюда вот желательно вообще. Господи, ну да. Так, стоп. Да отстань ты от меня, пожалуйста. Я боюсь. Так, я боюсь. В другую сторону. Так, я не понимаю, куда мне. Я не понимаю, куда мне. Где гребаный выход? Где выйти? Где окно? Где мое окно чертово? Скажите мне, пожалуйста. Да отцепись ты от меня, ну отцепись, ну ё-моё! Да, да все, господи. Куда нам надо? Ну, у нас нет ключа, чтобы выйти через нормальную дверь. Он сейчас вылезет оттуда.
меня из-за того, что у меня сейчас паника, мне просто страшно очень. Так, он пройдет мимо этих дверей всех или не пройдет? По коридору прямо вообще не хочется идти, да? Надежда умирает последней, если что. Так, стоп. Не шуми ты так, дурной. Так, теперь в какую нам дверь? В эту? Или вон в ту? По-моему, мы слишком глубоко спускаемся. Найдите другой выход. Я ты стебешься.
Чат, я сейчас отойду и очень скоро вернусь, хорошо? Я быстро. Что, чат, вы разгрузились от этой музычки? А ты не видел, куда нас лифт вернул? Он нас вообще в подвал вниз самый опустил. Мы проехали. Короче, мы в не поняла. Так. Да мы вообще где? Зашибись. На дно. Ну посмотри, на какое, в каком дне мы уже. Здесь хуже дна быть уже точно не может. Да, я только что вышла с комнаты, просто чтобы вы понимали. У меня реально трусятся руки. Я не знаю, что мне так страшно. Меня вроде White Gold приучил уже к хоррорам. Но когда ты типа смотришь, ну тебе не так страшно. Ну, я реально не так боюсь именно смотреть, как вот играть. Или же когда я, допустим, играю. Сейчас я пойду дальше, расскажу. Когда вот мы, допустим, играли в хорроры в коопе каком-то, типа, ну, там, когда пару человек, типа, в комнате, вообще не страшно, ну, типа, я именно тот человек, который, ну, типа, сидит, мне смешно, типа, я прикольно играюсь, типа, все классно, ну, типа, бывает, дергаюсь от скримеров всяких, но не так, чтобы прямо этот... А когда я понимаю, что я одна в комнате, когда, ну, типа, играю я, типа, что действия мои и так дальше, мне капец как сыкано становится. Это... Подождите. У меня есть догадки, но под горой. Чёрт, чёрт, чёрт! Нашёл мой труп? Никому не доверяй. Расскажи всем. Да, знаю я, знаю. Все психи так говорят. Но я то в здравом уме. Насколько это вообще в таком мире возможно. С полной камерой доказательств. Это даже не проповедь. Просто насмешка над здравым смыслом. Пусть мир знает, что все это вина мерков. И похороните этих ублюдков вместе с моим изувеченным трупом. Тип, мы еще не сдохли. Все в порядке. Порядок. Боже, сколько у нас бумажек. Гордыня мудрости. Из личных записей доктора Верники. Франкенштейн или современный Прометей. Блин, кстати, Франкенштейн клёвое кинцо есть. Очень клёвое. Мэри Шелли анонимно опубликован в 1818 году. Выдержки из главы 23. «О, человек!» — вскричал я. «Как невежествен!» Ты в гордыне мудрости своей. Остановись, ибо не знаешь ты, о чем говоришь. Я покинул дом, чувствуя беспокойство и гнев, и удалился поразмышлять о некоем ином способе действий. Да, я уже начинаю выкупать, что это настоящий мяков, и что то все так.
Как тут мило. Блин, а помните, мы видели такие лифты? То есть, получается, для... Ну, понятно, для... А, подождите, это не лифты, это же дезинфекция, правильно? Да, это дезинфекция, это не лифт. Идет сохранение, хорошо. Блин, если честно, мне в темноте идти менее страшно, чем когда я иду с включенной камерой. Типа, ты там что, шевелишься еще? Мне показалось, слава богу. Подождите. Так, только я ж не по кругу прошлась. Нет, слава богу, не по кругу. Какая милая лаборатория. Так, это... Ничего взять нельзя Там кто-то дергается, или мне кажется? Сделаем вид, что мне показалось, да? Ага. Блин, есть ли смысл зайти сюда или пойти прямо? Блин, их всех знает. Ну ладно, давайте сюда попробуем. О. Морфогенетическая формула. Морфогенетическое кондиционирование. Несколько математических строк. Алгоритм перепрограммирует нас, превращая в фабрику ночных кошмаров. Несколько чисел мелом на доске. Дайте мне ножовку и оставьте наедине с телом доктора Вернике на пару часов. Я ему кое-что задолжал. Музыка, не меняйся, пожалуйста. Блин, сюда идти или туда идти? Ну, здесь же тупик, правильно? Да, здесь тупик. Как будто вертолет какой-то летит. Что я должна делать?
дальше, бежать больше некуда! Смерть солдата? Значит, так встретил ты свою смерть? Разорванный изнутри, в клочья, глядя, как твой мозг стекает по бетонной стене. Из одного ада тебе сбежать удалось, Крис Уокер. Надеюсь, ты не угодил в какой-то другой. А я надеюсь, он угодил туда. Иначе это все бессмысленно. Офигеть. Вот это красиво было. Выпустите меня, пожалуйста. Бляха, меня не выпускает тогда все. Ладно, хорошо, мы возвращаемся, получается. Ну все, вот эти двери заблокированы, правильно? И куда нам дальше? Может, в вентиляцию надо туда же, куда и этот трубок залетел. Но я не хочу лезть туда же. Не, ну мы туда не пролезем никак. Ну как мы туда пролезем? Мы туда никак не пролезем. Кто-то разговаривает. Ой, стоп. Да-да, знаю, я должен быть мертв. Но какое везение. Я старее, чем грех. Но я еще жив. Все дело в Билли. Он заботится обо мне. Он вынул рак из моего желудка, излечил глаза. Пожалуй, он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня. Ты знаешь, что значит этот символ? Он предупреждает Анну на опасности. Микроскопических машинах. Эта технология уже десятки лет, но мы ее так... Специалисты Миков нашли, как обойти проблему, опираясь на мою... Боже, ой, он, ну, прекрасный. Смогли превратить клетки человеческого тела в нанофабрики, производить молекулы, естественная функция клеток, но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал. Охренеть просто. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем, творить такие опасные вещи, используя безумцев. Останови его. Убей Билли, уничтожь то, что хранит ему жизнь, его анестезия. Исправь мою ошибку. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Найдите Билли в главной лаборатории. Мы уже добивались подобного в 1946 году, где фашисты думали, что это духи. Я не стал перебеждать их, дал им перебить друг друга. Они полностью уверовали в загробную жизнь, эмпирически дарованную им. Дураки. Бедный Алан. Он бы расплакался, увидев, что я сделал с его мечтами. Билли не хотел плохого,
Это ребенок, лишившийся разума, но получивший божественную силу. А кто из нас не стал бы чудовищем в таком случае? Ты должен прекратить это. Мы все должны умереть здесь. Мирков знали об опасности, но их она не волновала. С как противной точки зрения, все мы лишь определенные суммы в бухгалтерских книгах. А прибыль, которую обещали принести проект Вейрдек, затмевала любые, пусть и прискорбные потери. Охренеть просто, я в шоке. Он будет разрастаться, если ты не остановишь его. Морфогенетический двигатель способен воспроизводить себя веками. Молю Бога, что... Покой. Вот чего я хочу превыше всего. Билли не дает мне умереть. Он даже не может представить, как это жестоко. Я желаю лишь смерти. Так, ну что нам? Куда? Наверное, сюда. Так, я не помню, куда нам. Так, это здесь туалет, получается, правильно? Так, давайте осмотрим все. Мы же не можем так просто взять и пройти дальше. Блин, а это сюда дорога была закрыта, или я не заметила здесь прохода изначально? Как дела? Не обязательно было перед нами дверь закрывать. Не сильно-то и хотелось туда. Что мы сделать, собственно говоря, должны? Не понимаю, что нужно сделать. Куда я должна бежать? Не-не-не-не. Пожалуйста, ну не трогай меня. Давай, давай жить дружно! Так, а я правильно выбежала? По-моему, я правильно выбежала. Ну, мне так кажется. Так, здесь...
Так, это же закрыто полностью, да? Все, хорошо. Так. Отлично, отлично. Просто лучшее. Куда тыкать? Тыкать куда? А где пальчиками тыкать? Пальчиками не тыкать. Что мне выключить надо? Как убить кого-то? Отключите подачу жидкости из резервуара системы жизнеобеспечения. Так. Боже, какой капец. Билли Хоуп. Согласно медицинской карте, Билли должно быть 23. Выглядит на все 50. Тяжело прожить. Тяжело прожитых. Он искорожен болью. Убить тебя, значит проявить милосердие. Боже, когда я люблю, когда я паникую и правильно бегу. Когда я паникую и неправильно бегу, я такое не люблю. Так, что выключать? Что ты на меня там смотришь? Скажи, куда мне тыкать лучше? Успокойся. Тыкать куда? Господи. Так, тут можно где-то потыкать? А, вот. Как бы... Не активировано. О, вот это... Вот, почитай давай. Лучше почитаем давай. Почитаем мы хотя бы в безопасности. Меры предосторожности в палате морфогенического кондиционирования. Психиатрические исследования мяков. Правила эксплуатации палаты морфогенического кондиционирования. Чтобы избежать причинения пациентам вреда, блок жизнеобеспечения морфогенического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем. Система жизнеобеспечения 1. Обогащенный кислородом перфторуглерод из резервуара жидкости для поддержки жизни необходимо полностью сливать и замещать на протяжении терапевтического курса. Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат, и перерыв в его подаче может причинить пациенту сильную боль, что способно нарушить весь ход эксперимента. Система жизнеобеспечения 2. Электропитание продублировано и обеспечивается генератором. Надлежащая заправка горючим и проверка состояния генератора должны проводиться ежечасно. Система жизнеобеспечения 3. В случае аварийного отказа система 1 и 2 включится бесперебойное питание блока поддержания жизни, обеспечивающее его на минимальном уровне до прибытия технического персонала. Отключение блока бесперебойного питания приведет к немедленной смерти пациента. Какая прелесть. Так, система питания не активирована. Что нам делать надо? Так, ну есть вон дверь. Можно еще сходить наверх. Там кто-то ходит? Или у меня галюны уже? Там только что кто-то ходил, или у меня галюны, чат? Мне кажется, это у меня галюны уже. То галюны, отлично. Так, ну я там вроде бы потыкала все, что можно, но там ничего не сделалось, поэтому идем дальше. О, отлично, еще заметки. Жизнеобеспечение.
Легкие Билли, внутренности, механизмы жизнеобеспечения, машина площадью с футбольный стадион поддерживает жизнь в этом психе. Сломать все к чертям. Он должен умереть. Так, хорошо. Что сломать надо? Что надо сломать? Скажите мне, пожалуйста. Так, их три штуки. Мне кажется, что-то вот с ними надо делать. Что я не понимаю. Сейчас найдем, куда тыкать надо. Боже, мне кажется, что там уже кто-то прошелся. Все, все, крыша поплыла. Добрый вечер. Галины присутствует. Ничего нет. Современный Прометей. Из личных записей доктора Вернике. Франкенштейн или современный Прометей. Мэри Шелли анонимно опубликован в 1818 году. Выдержки из главы 4. Научитесь, если не есть моих наставлений, то на самом моем примере. Как опасно овладение знаниями. И сколь человек скромнее, счастливее того, кто стремиться превзойти собственную природу. Так. Тут вроде ничего потыкать нельзя, да, чат? Так, сейчас я еще раз такое сделаю. Не, вроде ничего потыкать. Сейчас еще тут поверх что-то есть. Не, ну, если бы можно, мне кажется, она бы уже написала, что можно что стыкнуть. Что можно что тыкнуть. Так, ладно. Идем дальше. Вниз не смотрим, потому что у меня уже галюны, что там кто-то за мной ходит. Так, отключите подачу тока в лабораторный генератор. Хорошо, это где? Так, тут ничего не происходит. Так, дайте войти, блядь! Ну страшно же, ну что ж ты делаешь, а ты такой? Отпусти меня. Так, ладно, игра там сохранилась? Игра сохранилась, хорошо. Там вроде она сохранялась после этого места. Так. Да, вы мне еще двери позакрывали. Дурные, что ли, совсем? Алло, они все открыты были. Так. Бежим в эту сторону. В той закрыто, в той нас не сильно ждут. Может, хоть сюда надо? Мой. Быстрее, а то скоро сдохнешь.
сдохнешь от грёбаного привидения. Господи, чтоб я так по лестницам быстро бегала. Можно. Так, давай, повторяем попытку. Бежим по новой. Нам точно на самый верх надо? Не, мне кажется, там... Так, отключить. А где отключить? Да, господи, не бей меня! Где отключать-то? Да не трогай ты меня! Ну что ж ты меня трогаешь-то? А где там отключать? Я не видела, где отключить. У меня разве отключить подачу тока в лабораторный генератор после того уже... То есть мне сейчас вниз надо бежать? Господи, я не понимаю, что происходит. Нет, да господи, вы меня запутали еще больше теперь. К какому генератору? Что мне делать? Можно я на стоп поставлю игру? Я не понимаю, что мне делать. Я не перепрыгну там. Как мне там перепрыгнуть? Прыгай. Он не долетает. Ладно, хорошо, будет умирать. То есть я изначально правильно, да, побежала? Беги, дебилушка! Я еще изначально правильно бежала. Потом тебя брат. Согласен на продолжение терапии. Обратите внимание на приглашающую форму. Согласие на продолжение терапии для Уильяма Хоупа, пациента благотворительной психологической программы КОВ госпиталя Маунт Месси, Колорадо, США. Форма является стандартной, и все соответствующие строки должны быть заполнены. Очевидно. Билли не знал об остановке сердца, случившейся с его матерью. Он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации его матери и благотворительного взноса в пользу ее церкви. Верненько, ознакомившись с записями сновидений, Билли считает его терапевтический потенциал просто невероятным. Так, хорошо. Что за хрень? Так. Здесь уж я точно ничего не могу, правильно? Ну, там никак, да? А теперь надо ручку приложить. Ой, блин, дурное. Я лестницу не увидела. Нормально, я уже завтыкала, куда бежать. Да, умирай, давай. Что, ты выжил? Хрена себе.
Вот это ты жесткий тип. Слушай, а может тут без вариантов, конечно, было? Так, я, по-моему, не в ту сторону бегу. Или в ту сторону бегу? Не, походу в ту сторону бегу. Нет, все. Все хорошо. Мы живы. Ну, вы хотели уходить? А где тут выход? Господи, куда я тут уходить? Напомните мне, пожалуйста. Теперь вот это вот... Мне кажется, я иду не туда, куда надо. Я теперь еще и ультра медленная, поэтому... Я не помню, где выход. Я, когда... Успокаивайтесь, я ничего не помню. Ага, все, значит, выход не там, хорошо. Меня игра уже туда не пускает. Боже, как нам плохо. Так, я правильно иду в сторону выхода? Скажите мне, пожалуйста, потому что нам идти долго. Нет, я неправильно иду. Где тут выход дурацкий? Так, нам наверх, походу, сюда. Да вот сюда вот сейчас пойдем. Сейчас уже идем. Все, хватит. Логика в данный момент отсутствует. Давай. Я знала, что ему здесь будет плохо. Господи, как тебе плохо. Тип, шо с тобой? Давай, там выход, там нам помогут. Там будет красивая сексуальная медсестричка, я в этом уверена просто. У меня не будет ничего. Не, на выходе, типа, скажут, ну все, ты квест прошел, молодец, типа, вот тебе подарок. Вы прикалываетесь, пацаны? Теперь ты здесь хозяин.
Я надеюсь, он их там в конце перефигачил всех. Боже, что это было? Почему так? А почему такой конец? Ну, я понимаю, что это тип полный мудень, походу, который на коляске. Чат, ну что, я вас поздравляю, мы прошли. Мы прошли Outlast 1. Ну, блин, в нем есть еще дополнение. Я вот думаю... Не, ну вообще концовка прикольная. Прикольная. Да и вообще игра классная, ну типа... Мне кажется, из всех хорроров, в которых я играла, это один из самых классных. Ну, у меня просто все равно на первом месте Until Dawn будет. Или Until Dawn, как он там правильно говорится, я не помню уже. Ну вот, он самый топовый. Ну, типа... Я его, кстати, давно не проходила. Он на плойке есть, типа, можно было как-то поиграть. Да. Ну, блин. Ну, это классная игра. Ей уже столько лет, и она все равно остается классной. Мы играли в инди-хорроры. Ну, типа, некоторые были прикольные, некоторые мне зашли, некоторые нет. Благодаря инди-хоррорам я узнала, что я боюсь клоунов. Ну, это такое. Слава богу, я их встречаю редко. Угу. А дополнение вообще долгое или нет? Не, ну мне кажется, если мы тоже так вечерком сядем, типа, то... Ну, один стрим бывает разный. Типа, как сегодня. Значит, поиграем. Я, конечно, на панике бегала последний час стрима. Хороший. Чисто на вечерок. Не, ну у нас есть еще Outlast 2. Надо как бы об этом тоже не забывать. Блин, а вообще, если честно, я очень хочу поиграть в Hogwarts Legacy. Меня это тоже прикололо, потому что как минимум Outlast я никогда, ну типа, не смотрела. Я смотрела Outlast, наверное, где-то первые полчаса, ну, у кого-то из стримеров. Вот первые полчаса Outlast я еще, ну типа, понимала, что, как, кого. И то так, чисто в вход. И то это было очень давно, типа, я уже и забыла. А дальше... Ну, как бы, хрен его знает. Но когда ты паникуешь, то получается очень даже неплохо. Я вон на панике 3 раза туда, куда надо, прибежала сегодня. Сам факт, когда уже паниковать не нужно было, я 2 раза не туда пошла. Ну, вот, паниковать не надо было, но я не туда свернула. Ну вот я же говорю, зато без паники выход не могла найти, да? Да. Сам факт, я возле выхода была, типа, ну я такая, не-не-не, я сюда не хочу. Не, и правильно, что я туда не хотела. Правильно, я жопой чуяла, что там плохо будет. Жопой чуяла. Интуиция, интуиция. Ну, как бы нам не дали обойти тех ребят. К сожалению. Не дали нам симпатичные сексуальные медсестрички. Увы. Блин, а что он так грузится долго? Что за этот? Оно там вообще куда-то прогрузится или нет, мне интересно. Чат, это оно сломалось или... Или да? Да я тоже так думаю. Зашибись. Если шо, у меня все зависло, походу. А, все, Outlast не отвечает. Зашибись. А Outlast прошли, а Outlast сразу же не отвечает мне. Короче, я с него даже выйти не смогла нормально. А ну, сейчас хочу перезайти, посмотреть, типа, оно выйдет с него или нет. Ну, типа, или зайдет в него. Чисто прошли игру, и она такая...
Пока-пока. Мы больше тебя не ждем здесь. А ну, что-то вы мне предложить хотите или нет? Ага, продолжить. Новая игра. Что части? Я могу что-то загрузить. Я могу сохранение какое-то загрузить, походу. И части, конечно. Короче. В игру заходит, значит, DLC-хи быть. DLC-хи быть завтра. Вот. Ну, как, чатик, вам Outlast вообще понравился в моем исполнении? Тебе зашло. Это хорошо. Блин, ну знаешь, что... может быть. Я подумаю. Да блин, мне вообще по-хорошему эти танки уже стримить пора начинать. А то я, бывает, в них зависаю, а потом на стрим не прихожу. Есть у меня вот такой вот маленький минусик. Я маленький задротик. Вот. Так, что такое? Такое. Ну, может, как-нибудь сделать стримчик, а там посмотрим, если зайдет, то, может, периодически буду делать стримчики и по танкам. Фиг знает, фиг знает. Никто не может точно сказать. Так, ладно, чат, всем хорошего вечера. И огромное спасибо за стримчик. Была рада всех видеть. До DLC-шки. Скоро будем ее проходить. А сейчас послушайте неплохой трек. Все, всем пока-пока. Red.